передал привет фанатам Кёсон Кима из Южной Кореи, если они наблюдают сейчас за этим поединком. Обрати внимание на накладки у Жумана. Что бы это значило? Голеностоп именно на ступнях, на подъеме стопы. Да. Извини. Голеностоп, да. Ну что, первый раунд. 16 сантиметров. Разница в росте. Чуть подлиннее. Ким, ну и, соответственно, будет стараться, конечно, с дистанции работать. Мы знаем, в чем хорош именно Ким, а именно в работе в стиле муай-тай. Комбинирование серии ударами ногами и руками. А вот Жуман, конечно же, будет сейчас заходить серией боксерскими комбинациями. Ну, что он и делает, сейчас поджимает, ищет такую дистанцию ударную для себя. Здесь, конечно же, один минус у Жумана Жумбека. На мой взгляд, это очень долго так он раскачивается, долго запрягает. Но если входит в кураж поединка, то не остановить Жумана. Застаивается у сетки Ким. Понимает он это и сразу же пытается оттеснить уже Жумана ближе к середине. У сетки стоять, наверное, не стоит. Да, и вот уже из действий Кима мы понимаем, что дистанция, его задача дистанция. Удар. Кюсон Ким. Есть прихват. Но Соя на одной ноге обороняется. Пошел бороться. Сможет перевести своего оппонента в партер. Жумабека. В клинче работа. Нет, не стал развивать атаку. Отстоял на ногах. Хорош в защите Ким. И уже сам подключает ноги Жумабеков, но как-то неуверенно это выглядело. Отлично. Держит центр октагона. Жуман делает все правильно, именно тактически верное решение. Все время режет углы, прессингует, прихватывает ногу. Не удалось из этой ситуации. Тот самый левый боковой. Здесь главное не торопиться. Есть еще раз. Еще раз. Может сейчас вмешаться. Нет. Нету контроля. Да. Удержит своего оппонента. Стягивает буквально. Жумабеков в партер. И получается ему полностью обойти защиту. Еще отлично. Есть попадание. Держит. Выживает. Спину своего. Жумал. Еще одно попадание. Очень точно, Жумабеков. Да, работал у сетки Жумал. Потрясен все еще. Да, видно, что потрясен. Левый боковой. Отличная комбинация. Будет ли нокаут? Две минуты остается. Выцеливает Жумал. Выцеливает. Правый апперкот. Знаешь, вот поневоле вспоминаешь корейского зомби. Здесь главное, чтобы Жумал сам не пропустил. Вау, еще одно попадание. Левый. Пытался сейчас поднять правого апперкота. Вот это да. Жуман. Чудеса стойкости просто. Вот Кима. Да, за счет чего стоит на своих ногах до сих пор для меня остается загадка. Два размашистых правых боковых удара. Все. И теперь уже комбинация. Восстановился Ким. Левый боковой удар. Сбавил обороты Жумана. Не получается его акцентированно бить. Вяжет своего оппонента, все именно сокращает дистанцию. Ким прекрасно понимает, что нельзя отдавать дистанцию. Увлекся, кажется, сильно добиванием, да, но Жуман. Прихватил ногу, пропустил. Уже здесь справа также пошло. Был удар от южнокорейского бойца. Есть! Левый боковой на скачке от Жумана. Еще один локоть. Нет, левый боковой это был. Отвечает здесь. Сам Жуман уже. Отлично. Застаиваются у сетки октагона. Сумасшедший раунд. У нас еще 49 секунд впереди. Левый снова на скачке. Столько ударов уже пропущенных на двоих. Отлично. Отвечает. Здесь уже комбинация от корейца. Есть. Еще два удара. Безумие какое-то у нас происходит в октагоне. Просто размен ради размена. Беспощадная рубка. Остановил попытку проведения тейкдауна. Кюсон Ким.
Ощущение, что оба уже на автопилоте просто работают. Но Ким уж точно. Обратите внимание, что есть уже какой-то гематома. Есть ощущение, что Жуман немножко подустал. Да, и Жуман также очень здорово выложился в добивании. И закончился первый раунд. Вот это раунд. Что за раунд выдали? В каком состоянии сейчас находится Ким? После... Да и Жуман. Полученного урона. Ну, смотри, обрати внимание на лицо, хотя, возможно, это черты именно корейской или корейского но лица, он возможно, встал поэтому. И отвечал дальше. Да, вот этот момент с нокдауном, наверное, все-таки немножко, да, чашу весов в сторону Жумана склоняет. Так, в целом, нельзя сказать, что доминирование было. Односторонне. Вот, да, нельзя сказать односторонне. Без нокдауна, возможно... Можно было еще подумать, но факт остается фактом. Нокдаун был. Чистый нокдаун. Ждем начала второго раунда. В любом случае, первая пятиминутка выдалась достаточно зрелищной. Отличное начало мейн-карда, отличное начало турнира по платным трансляциям. А ведь изначально план был, а Жумана против Кима поставить в прилим. Да. И все-таки сделали правильное решение, что разве это пустили бойцов? Бой может стоить 997, он стоит намного больше. Однозначно. Ну что, после минутного перерыва посмотрим, кто лучше восстановился. Идет вперед Ким, понимает, что нужно отыгрываться. Классическая такая комбинация. После джеба завершить правым лоу-киком по передней ноге от Кима. А Ким на ногах сейчас. Ким. Ну и Жуман уже, знаешь, более так вдумчиво стал атаковать. Более осторожно. Да, более осторожно. И так опрометчиво. Тейкдаун. Вот это да. Сон Кима. Попытается Жуман встать или что? Попытка гильотины. Гильотина будет? Нет, нет. Пока еще не пахнет гильотиной. Пока еще не пахнет гильотиной. Придерживает просто голову, вытаскивает. Да, вытаскивает. Задача Жумана сейчас, конечно, вставать. Ким хорош. Контроля. Делать все правильно. Попытка встать. О, встает. Колено свечи. Локоть. Справа от Кима. Ну что, первая минута за Кимом. Ну, будем сложно, конечно же, спорить. Более однобоко стал действовать Жуман. Такие короткие удары. Апперкот боковой. Именно вот за счет сближения с своим оппонентом выбрасывают в основном короткие удары. Еще да, лоу-кики против Кима. Буквально всаживает эти лоу-кики. Съедает Кима. Эти лоу-кики Жуман. Отлично. Завелся, по всей видимости, Жуман. Обратите внимание. Да, но вот игнорировать лоу-кики, наверное, не стоит. Да, их нужно блокировать. Иначе как раз таки за счет пропущенных лоу-киков передвижение на ногах будет сложно для Жумана. Начинает опускать руки. Что произошло? Попал в пах, да, кажется? Ну, нужно глянуть повторы. Там был просто град лоу-киков. Да, там особо сложно было разобраться, если честно. Ну, знаешь, я не хочу, конечно же, грешить на Жумана. Жуман не из тех бойцов, которые будут использовать малейшую, знаешь, возможность для того, чтобы поединок был остановлен и дать паузу. Но здесь лоу-кик был. Да, очень много пропущенных ударов. Лоу-кик. Нет, это, видимо, раньше было. Да, это, наверное, ранее было до этого повтора. Небольшая арена АДД сейчас заполнена небольшим количеством зрителей, но абсолютно каждый, кто сидит здесь, поддерживает Жумана. Все. Жуман готов продолжать. Но с этими лоу-киками нужно что-то делать. Либо блокировать, либо... 3 минуты впереди. Либо уже... Еще один лоу-кик. Меняет стойку. Да, это первый признак того, что потрясена нога после пропущенных лоу-киков. Опять лоу-кик. Да, забирай. Ход поединка уже забирает в свои руки. Ким, отлично. Да, не стал ничего изобретать сейчас. Просто маскирует лоу-кик под серией, под комбинациями. Неплохая задумка, но нет. Кин Сон Ким.
Есть попадание. Жуман еще один нацелен только на один удар. Половина раунда позади тем временем. Колено. Неплохо заставил. Еще. Да. Остановилась неловкий. Здесь как раз таки есть возможность. Ефим, конечно же, просто. Хорош. Как сленник сейчас. Даже стоя на одной ноге умудряется бить. Ким, конечно же, после пропущенного удара, после урона, который он получил в партере, восстановился. Теперь уже, на мой взгляд, второй раунд явно выиграл. Да, раунд забирает Ким, это однозначно. Застаивается у сетки. Еще один лонг-кик. Нужен. Возможно, нужно попробовать сделать тейк-даун. Жуману немножко сбить. Локоть, Атасу еще один локоть. Застаивается, локти пошли в ход. Стоит на месте Жуман, и это очень опасно. Ким делает все правильно, очень такой низкий темп, но жалит вот этими ударами. Обмен джебами. О-о-о, да, слева сейчас был, видит все эти удары Ким. Уже есть ощущение, что он прочитал Жумана. Насыпает. Пропускает удар справа. Ким, но продолжает идти вперед. Меньше минуты до окончания второго раунда. Пошел вперед Ким, поджимает. Еще раз колено. Нет. Арена просто на ногах сейчас стоит. Естественно, мы понимаем, за кого арена. Оу, пропускает лоу-кики. Эти лоу-кики доставляют проблем для Жумана. Уже да. Сложно скрывать как раз таки последствия пропущенных лоу-киков. Старые добрые лоу-кики сейчас делают свое. Еще один. И даже по реакции Жумана это можно понять. Как раз таки бьет именно в дальнюю ногу. В дальнюю ногу, которую изначально отбивал в начале раунда. Поменял стойки Жуман, но не особо. Это помогает, конечно же, только лишь в некоторых эпизодах. Но сейчас Жуману нужно в третьем раунде все свои навыки, все свой опыт, весь свой опыт. Но более явно так забирает, да, Ким раунд. И я думаю, что да, устал, конечно же, и Ким. Особенно длинный перелет. Впервые он дерется. И он в Казахстане. Так далеко он еще не уезжал, чтобы драться. Третий заключительный раунд, возможно, решающий, потому что в первом раунде не все так однозначно было. Да. Во втором мы прекрасно понимаем, что Ким забрал этот раунд. Вот сейчас за счет именно урона после пропущенных лоу-киков сможет ли Жуман также легко передвигаться на ногах и наносить удары? Я думаю, что Ким сейчас ничего не будет изобретать, не будет рисковать. Да, однозначно. Так же работать. В ход пойдут лоу-кики. Даже не скрывает. Можно понять это по движениям, что вот он настраивается, бить именно с ног. Застаивается заново Жуман. Вся проблема Жумана, кажется, в том, что он нацелен только на один удар. Пытается себя немножко раззадорить. Обрати внимание, Жумана, одна и та же реакция на лоу-кики. О, да, оттягивает ногу. Это... стоит а даже как раз таки. За счет того, что он боится пропустить именно лоу-кик, он забывает про защиту головы. И в этот момент Ким просто наносит свою комбинацию. Отлично. Можно попробовать Жуману побороться сейчас в третьем раунде. Но не шла у него борьба. Давай справедливости ради тоже отметим. Пытался он бороться, но Ким хорош.
отстоял на ногах, не дал даже намека на тейкдаун. Поднимает, он становится свою уже привычную стойку. Рискует, конечно же, Ман. Выставляет левую ногу вперед. Еще один лоу-кик. Да, ему сейчас ничего лишнего делать не нужно. Что-то накидать руками, закончить лоу-кик. Да, и выбросить лоу-кик. Как он на уважение там у нас сейчас бой. Поднимает. Еще один удар ниже пояса. Недоволен кореец. Нам нужно глянуть повтор. Да, ну здесь было попадание, да. С этим сложно спорить. Мы видели в повторе, если во втором раунде эпизод нам не совсем, наверное, тот показали, то здесь уже точно показали. Чуть больше 3 минут до окончания раунда. Ну и передышка для Жумана, скажем так, да? Ким в целом, даже когда находился в таком полу-нокдауне, он умудрялся отбиваться. Но здесь, обрати внимание, по своему поводу могу сказать точно, что чем дольше человек отдыхает после того, как бедро уже достаточно большое количество ударов пропустило, тем хуже, наоборот, становится. Да, знаешь, я не хочу вот мыслить стереотипно, но мы знаем очень много корейских бойцов, которые просто неубиваемы в октагоне. Вот один из таких вот как раз-таки соперник Жумана. Ну, да какая-то мощь, наверное, мощь корейского кимчи, я думаю. Все-таки течет в жилах бойцов из Кореи. Если бы меня спросили отличительная черта, какая у корейских бойцов, я бы, наверное, назвал стойкость. Это однозначно. Пошел вперед. Пробивает корпус. Да, должен немножко раззадорить себя Жуман. Что у нас происходит со временем? Таймер у нас остановился на экране. Остановился именно в том моменте, когда взяли паузу. Около 2,5 минут осталось, по моим ощущениям. Атакует теперь уже сам Митлхиком. Да, слишком много сейчас ударов ниже пояса, на мой взгляд, происходит. Да, вот с нашего ракурса не было видно, но я так понял, Жуман еще раз обозначает то, что бьет в пах. Ки Сун Ким пытался прихватить ногу после мидл-кика Жумабеков. Да, в защиту. Но вот нету атак от Жумана. Вот кому-кому ему нужно рисковать. Да, безусловно, с этим сложно не согласиться. Больше нужно обострять, больше нужно искать возможности для нанесения одного точного удара. Просто все чаще забеспокоится именно за счет ноги, насчет бедра именно Жуман, поэтому колено было точно в корпус. Отличный тайминг демонстрирует Ким. И, по всей видимости, потрясен после этого удара оказался Жуман, потому что ушел назад сразу же к сетке. Вяжется в клинче, попытался несколько апперкотов донести, но здесь... Что за травма у Жумана? Да. Вот это да. На это даже смотреть больно. Слушай, ну какой-то год страшных травм, да, у нас за 3 месяца начала года мы столько травм страшных видели. Давай еще раз взглянем на повтор, я не совсем понимаю, когда это произошло. Это было левое ухо. Это момент удара, скользящий удар, момент точно. Момент удара как это раз-таки было. Порвал, можно сказать, порвал ухо? Но травмировал ухо очень жестко. Вот это да, я не знаю. Здесь я... врач может, конечно же, остановить, мне кажется. Да, поединок. Конечно, тут безусловно. Либо Жуман решит просто этот кусок вырвать и драться дальше. Либо уже все. Скорее всего, поединок остановлен. Очень... жуткая такая травма.
Вот самый лучший ракурс, наверное, для тех, кто хочет увидеть. Нет, здесь, кажется, уже были проблемы с ухом. Вот, уже здесь. Да, просто они уже были висит. До этого удара. Вау. Еще. Ух. Вот это да. Ну, знаешь, мы всякое видели в ММА. Но такое. У меня просто нет слов. Поединок, конечно, невозможен. Продолжение поединка невозможно. Скорее всего, судьи будут принимать решение с тем, что есть, да? До момента с травмой. Около 2 минут оставалось до окончания раунда. Да, ну вот дрался, отбивался. С этой травмы Жуман Жумабеков. Да, вот это да. Наверное, даже катманы, да, в шоке. Что делать вот в этой ситуации? Не совсем понятно. Продолжение поединка однозначно невозможно. Второй раунд. Ким Кью Сунг забрал. В этом нет сомнений. Первый очень сложно судить. Третий тоже забирал. Боец из Кореи. Но это опять-таки по нашим ощущениям. Судьи могут на всю эту ситуацию смотреть по-другому. Ждем мы официального решения судей по этому поединку. Ну и врачи должны официально отстранить, да, от боя Жумана Жумабекова. Я вам напоминаю, что это был первый поединок мейн-карда. Впереди 3 титульных боя и главное событие. Конвик Жанбекова против Наримана Аббасова. Ну что, решение готово. Мы ждем решения судей. Сонымен қандар мен мырзалар, жекпе-жек 3-ші раундта, 3 минут 48 секундта дәрігерлердің шешімімен тоқтатылды. Женіске жеткен алаңның көк бұрышы Ким Кю Сонг!